Друзья, подошла к концу наша встреча, которую мы долго ждали, которая совершилась в Крыму. Нам дважды приятно, что это полезно. Отдых с работы, да, и классно. Опять же, я понимаю, что мы в большой-большой семье, потому что мы сегодня очень классно пообщались, нашли общие темы, подпитались друг от друга. На самом деле, приезжаешь, казалось бы, в чужой город, а видишь родных людей. Это здорово. И сейчас Светлана, Нина и Сергей оставят свой отзыв для нашей команды Number One. Привет! Отлично, привет! Привет, ребята! У вас замечательные наставники, нам очень понравилось. Мы почерпнули очень много интересного. Теперь мы знаем классные фишки. Будем применять их в работе. И надеемся, что наш рост теперь будет еще быстрее и больше. Отлично. Спасибо. Привет всем. Я Соловьева Светлана. И сегодня мы встретились с семьей Селезневых, с лидерами, прекрасными людьми. У нас эмоции переполняют. Очень интересно. Мы пообщались. Много интересной информации для себя подчерпнули. То есть плодотворно поработали, отдыхая. Вот, лидеры ваши прекраснейшие, прекраснейшие, то есть настолько эмоционально прошла беседа, вот, и все фишечки, которые мы узнали, мы будем применять, естественно. Очень интересная была, даже сказать могу, школа, которая была передана нам сегодня. Ну, Крым, держись. Отлично. Так, Сергей. Среда, Сергей, Крым, город Саки, бизнес-парк крымский. Хочу поблагодарить семью Селезневых за предоставленную им, нами информацию, бесценную информацию о ведении бизнеса. Много получили фишек, которых не знали или которые делали по-другому. Очень сильные ребята, очень сильная команда, очень приятно было общаться. И море позитива, просто шквал позитива. Здорово. Мы всегда очень готовы к встрече с партнерами, как и нашими, так и партнерами из параллельных структур, потому что мы делаем одно большое дело, это дело, которое нас объединяет, это развитие бизнеса в такой замечательной компании, как Армель. Да? И именно от нашей сплоченности, от того, насколько мы будем друг другу помогать, будет зависеть успех всей общей команды, компании, да? Ну и, соответственно, наш общий успех. Поэтому мы с удовольствием готовы встретиться с каждым партнером. Мы будем здесь в Крыму еще где-то, ну, минимум неделя, да. И если у вас возникнут желания встретиться с нами, обменяться опытом, зарядиться позитивом, пишите нам в личку обязательно свои предложения по посещению тех или иных городов. Мы уже сейчас составляем график передвижения по Крыму и обязательно с вами встретимся. До новых встреч, друзья. Пока. И твоя коронная фраза, лозунг, придуманный на берегу Черного моря. Нет, твоя фраза. Нет, давай твоя. Нет, твоя фраза новая. Какая? Делайте бизнес, не отходя от отдыха. Да. Всем привет! И пока! И пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.